Ух ты, и снова я, Александр Криволап Печеней. Ребята, школа наша. Трехэтажное здание. Школа. Ну, мы сюда приехали не за этим. Мы приехали посмотреть на стадион. Пойдемте на стадион. Заходим на стадион. Это хоккейное поле сделали. А здесь бурьян. Смотри. Какой бурьян. Покосить некому. Завтра, сегодня 1 сентября. Завтра, 2 сентября, в школу. А здесь такой бурьян. Ай-яй-яй-яй-яй. Нехорошо, нехорошо властям нашим печенежским. Надо бы наводить порядок. А это трибуна с тыльной стороны на стадионе. Посмотрим. Смотри. Трибуна с тыльной стороны. Отделали ж для людей все. Здесь надписи. Там начинают ломать трибуну. Ну, это же сделано для людей. Интересно, а где будет первый звонок? Смотри. Это на стадионе. Бурьян по колено. Бурьян, это мой. Конь стоит. Мопед Дельта. Школа. Да, ребят, непорядок получается, да? Да, непорядок. Здесь какой бурьян стоит на стадионе. Да, никогда в жизни такого не было, чтобы такой бурьян был у нас. Завтра деткам в школу. А как же они будут здесь бегать? Как же физкультура будет проходить, а? Ребят, нужно убрать. Кто же покосит, а? Этот бурьян. Смотри, какой бурьян. И это. Ой-ой-ой. Здесь делалась трибуна, делалась. Смотри, под трибуной что творится. Бардак полнейший. Ой-ой-ой. Здесь всегда на стадионе всегда был первый звонок. Здесь всегда был выпускной. А сейчас вот так готовится к первому звонку. Смотри, за трибунами что? Ай-яй-яй-яй-яй. Позор, позор. Ай. Позор, ребята. Да. Делали трибуну для людей. Да. Трибуна делалась для людей. А здесь интересно, кто же будет наводить порядок у нас на стадионе за трибуной. Смотри, какой бардак. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, бардак. Ну, сегодня выложим видео. И посмотрим, как только порядок наведут, я приду, еще сниму ролик. Это наш стадион. Были деревья,
кром стадиона, все спилили. А насадить лень матушка. Ну, на стадионе более-менее чисто, потому что футбол иногда на стадионе бывает. Проходят игры. Ну все, ребята, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребята.